Здравствуйте, в эфире программа «Афиша Волгоград». И с вами я, Ольга Фос. В ближайшие пару минут расскажу вам, где и как можно провести эту неделю ярко и насыщенно. Можете ли вы передвигать предметы силой мысли? Вероятно, что нет, но это не беда. На выставке RoboCity это возможно. Там можно почувствовать себя настоящим джедаем. Новейшие роботы из США, Китая, Японии, Европы и России вам в помощь. Интересный аттракцион «Ожившие рисунки» даст возможность раскрыть свои художественные таланты. Нарисовав своего персонажа, можно наблюдать за его виртуальной жизнью. Выставка передовых технологий – настоящая машина времени. Всего один шаг отделяет вас от будущего. В Волгограде проходит выставка «Современный плакат», которая организована по инициативе известных художников и дизайнеров города Волжского. В экспозиции представлены социальные, политические, рекламные и театральные плакаты разных лет. Это лучшие произведения конца прошлого века и новые, актуальные на сегодняшний день. Также можно лицезреть работы выпускников Института художественного образования. Помимо всего прочего, зрители увидят захватывающие инсталляции от Юрия Сора. Спешите, так как выставка заканчивается уже 23 сентября. 23 сентября пройдет уже 6-й японский школьно-альтернативный фестиваль. Для тех, кто забыл или впервые слышит о мероприятии, сообщаю. Фестиваль имеет познавательно-развлекательный формат, организаторы которого просто обожают страну восходящего солнца. На этот раз на мероприятии, помимо традиционных двух частей, а именно интерактива и аукциона, попутно будут проходить викторины, соревнования и конкурсы косплея. И да, если у вас есть костюм, то рекомендуется принести его на себе. Плюс ко всему, теперь новая локация – библиотека имени Горького и новая система награждения. Приходите и окунитесь в атмосферу Японии. 20 сентября в наш город приезжают Vilial Squad с презентацией нового альбома и большой программой. Они известны своими мрачными атмосферными треками, носят маски и фотографируются на фоне ночного леса, стилизуют свои обложки под death metal. Приходи, ведь уже в эту субботу московский хип-хоп-дуэт разожжет пламя в сердцах и наполнит концертные залы атмосферным флоу. Что такое огонь Грузии? Это кавказские ритмы, динамичные движения и темпераментное исполнение. В наш город приезжает королевский национальный балет под руководством Гела Пасхишвили и Майи Кикнадзе. Эксклюзивные танцевальные номера с кинжалами и саблями, великолепная техника исполнения, безудержная экспрессия, красочные костюмы и мастерская постановка мгновенно отправят вас в путешествие по многовековой Грузии. Художественные руководители балета выступают на сцене уже более 30 лет, а артисты театра непрерывно собирают и изучают аутентичные национальные танцы, ищут новые современные хореографические решения, предлагая сценические миниатюры, новеллы и целые представления, иллюстрирующие прошлое и настоящее грузинского народа. Особенностью новой программы является то, что при ее подготовке был применен принципиально другой подход. Теперь это целый спектакль, объединенный общей идеей и сюжетной линией. Приходите и погрузитесь в чарующий мир танца. Королевский танцевальный балет представляет эффектное танцевальное шоу «Fire of Georgia». Кавказские ритмы, динамичные отточенные движения. 19 ноября. Заказ билетов 50-15-50. На этом у меня все. Хорошо и с пользой провести вам время. С вами была Ольга Фос. Пока!